очень часто приезжают люди, которые славятся не совсем, наверное, скромным нравом. Раньше в Чечню приезжала вот не Бузова там и Тимати, а в Чечню приезжала, например, любимая народом России группа ДДТ, да, Юрий Шевчук. Муцураев у вас есть такой замечательный. Да, он не поет, к сожалению. Да, вот, перестал. Да, он давно перестал. Когда я первый раз с ним встретился, я думал, что все, увидел его и услышу его песню. Я ему задал вопрос, поешь? Нет, он говорит, бросил. Так испортился настроение. Культуру мы поднимаем. Вот как вы танцуете, я не раз видел, тоже в Инстаграме. Да? А как поете, почему-то мне не попадалось. Не выкладываете или не поете? Я очень хорошо пою. Да. Ну, правда, рэп с рэпом у меня не получается, но очень хорошо пою. Люблю петь с детства. Да. Я даже помню, как я три танкиста, три веселого друга пел, да, на праздниках. Да. Или в лесу родилась елочка, да. В лесу она росла. Да. Так что пою я очень хорошо, но не получилось, так скажем, выложить там в соцсети.